Здравствуйте, с вами компания Автоазарт, меня зовут Алексей, сегодня мы рассмотрим видеорегистратор Stealth DVR ST240. Данный видеорегистратор снимает с углом обзора 135 градусов и ведет видеосъемку в качестве Full HD с разрешением 1920 на 1080 пикселей 30 кадров в секунду, а также 1280 на 720 пикселей 30 кадров в секунду и 640 на 480 пикселей 30 кадров в секунду. Оптическая система состоит из 4 стеклянных линз, что обеспечивает четкое изображение при низком уровне освещенности. Ведется непрерывный цикл записи роликами по 1, 2, 3, 5 и 10 минут. В регистраторе встроен датчик удара, при срабатывании которого записываем в данный момент файл помечается как нестираемый для защиты от перезаписи. Также имеется функция записи по датчику движения, что позволяет зафиксировать ДТП, когда вас нет в автомобиле. Возможна запись видео как со звуком, так и без звука. На передней части регистратора расположены объектив и динамик. На верхней части крепление для кронштейна, разъем microUSB и слот для microSD карты до 32 ГБ. На нижней части микрофон и кнопка принудительной перезагрузки. На боковых частях кнопка включения и кнопка управления. На задней части дисплей 2,7 дюйма, индикация состояния и 4 кнопки управления. В комплект поставки входят видеорегистратор, быстросъемное крепление на присоске, зарядное устройство, USB кабель, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Мы рассмотрели основные функции видеорегистратора Stealth DVR ST240. Приобрести вы можете в нашем интернет-магазине, ссылка в описании.